хакында һөйләргә лә һөйләргә буласын ки, уның ижады шул хәтлем тәрән, төпһөт. Бер осрашканда гына һөйләшеп тә бетеп булмый. Уның йырларын гына йырлаһаң күпме. Йырлар әле бында апайлар бар, уның менән күрешкән, белгән. Кисә дәвам итә, дур рәхмәт һезгә. Хәзер атымды Гөлнараға тугарам. Әйттем бит инде, таныштырдым уның менән. Ул безнең журналда ошо матур бәйгеләрдә алып баручы. Һәйбәт шагыйрә, шул хәтлем образдарны иҗат итә ул. Бик яуаплы хезмәткәр, шундай әдәби сараларды карусы. Мактайм инде, Хасан мактайм инде. Һәм икебез менә бер канат булып, куанып йөреп ятабыз. Аллага шөкер. Һаумагыз, хөрмәтле якташтар! Шу матур залда күреүемә бик шатмын. Мәскәү ҡалаһы гөрләп тора инде, бында бөтә ерҙә төрлө саралар үтеп торалыр, ләкин шулар араһынан тап ошоно Рәми Ғарипов кисәһен һайлап шунда килеүегеҙгә ҙур рәхмәт. Рәми Ғариповтың рухы ла булашаттыр тип уйлайым мин дә. Бөгөнгө көндә Рәми Ғариповҡа арнап Силәбе ҡалаһында, Магнитогорск ҡалаһында ҙур саралар үтә. Шулай уҡ Өфө ҡалаһында бөгөн Рәми Ғариповҡа арнап Рәми Ғариповҡа ҡарай һикән биш аҙым тигән шиғри флешмоб үтеп ята әлеге ваҡытта. Һәм шулай уҡ бәйләнештә интернет селтәрендә Рәми Ғариповтың шиғырҙарын ятлау буйынса видео конкурста бара әлеге мәлдә инде. 12-һенә тиклем ул дауам итә. Рәми Ғарипов мин үземә лә безнең журнал өчен дә бик якын. Минең әле эшләп ултырган урыным өстәлемдә ҡасандыр Рәми Ғариповы үҙе ултырып эшләгән, ижад иткән. Шуны мен дә мин бәхетлемен әйтеп киткем килә инде шуны. Рәми Ғариповтың ижады вакыт қоласа, вакыт кысаларына гына һыйып калган ижад түгел, ул бүген дә актуаль, уның шигырьләренә яңадан яңа йырлар ел һайын туып тора бит инде. Мына Рената бүген безгә яңа йырын йырлап ишеттереп кыландырды, бәле рәхмәт Рената. Рәми Ғарипов Мәскәү өчен дә ят кеше түгел, ул шунда әдәбият институтында белем алган, укыган бит инде. Бына залда ла Рәми Ғариф исемдәге гимназияла укып сыккан кыздар егеттәрҙе лә мин күрәм. Ул да бик шатлыҡлы. Искәндәр беләм, егет әлегә МГУ-ла укып йөрөгән, шулай шул гимназияла белем алған. Беҙҙең журналдың хеҙмәткәре булараҡ тәғәйим әйткем килә. Беҙҙең журналда һәр ваҡыт етәкселәр, шағирәләр булған. Кәтибә Кинйәбулатованан башлап, Гөлфия Иҙелбаева, Юнысова битендәнан һуң Йомабикә Ильясова, бүгенге көндә Гүлназ Мәрәт ҡыҙы Ҡотоевалар беҙҙең журналды етәкләй. Шуға әҙәбиәткә, әлбиттә, беҙ ҙур урын бирәбеҙ. Әҙәби балҡыш тигән рубрикабыҙ бар. Ай һайын унда үҙебеҙҙең билдәле шағирҙарҙың яңы шиғырҙарын биреп барабыҙ, хикәйәләр бирәбеҙ. Һәм шу Әсәй йөрәге тигән әсәлек хистәренә, әсәйҙәргә арналған үҙебеҙҙең конкурсыбыҙ бар. Шунда һеҙҙе лә ҡатнашырға саҡырабыҙ. Әлфиә апай һымаҡ, Мәҙинә һымаҡ беҙҙә ҡатнашһағыҙ һәйбәт булыр инде. Беҙҙең журнал төрлө проекттарҙы ла тормошҡа ашыра. Шуларҙың береһе, мәсәлән, беҙҙең республиканың ҙур райондарының береһе, Әбиәлле районының ҡатын-ҡыҙҙарына арналған «Славные дочери Абдилиловского района Республики Башкортостанына» яңы ғына сығарған китабыбыҙ. Һәм ошо китапҡа ошо залда ултырған Мәҙинә Илһамова тураһында ла материал ингән. Ошо китапты Мәҙинәгә тапшырып китергә рөхсәт итһәгеҙ, ике тапҡыр сығарам. Или в переводе эти стихи у него есть? Его стихи в переводе в основном, переводе. Да. Но он на русском не сочинял, только на Нет, на русском он не сочинял, но он был хорошим переводчиком. Он переводил с русского и с других но языков да, на башкирский. Не сочинял он на нет, русском? Нет, да? Нет, только в переводе. Да, да, в переводе. Ему сложно почему так? Нет, ну время такое было.
Ну, переводами занимался. Он уже здесь учился, в Москве, в литературном институте. Здесь выпускник московский. Как-то сравнить с Бабичем можно его? С Бабичем... Ну, это, конечно, разные эпохи, разные политические ситуации у них были. Но, тем не менее, что их это объединяет, это, наверное, любовь к родине, своему народу, языку. Тереховдай. Гуз батшахы. Хинің юрегіңдің көп хөз болған білем сөңгілі. Ақылыңа тек бір заман түгіл. Хайған шуға түвәл мәңгілік. Хин өзіңді мәңгілікке шағир. Хәр әйткәнің тылсым құралдай. Мұңғыздарзы хатта хискәндіріп. Алдарына баса Уралдай. Уралтауға хінген тірі хыудай. Тұз хүзверің тірі яндарге. Күнләшемін китабыңды тұтып, Улеп қават тірілгендерге. Рәми шиғырдары һеҙҙең күңелегеҙҙе лә артабан яҡтыртып торһон тип теләйем. Ижадҡа, әҙәбиәткә, беҙҙең шиғриәтебеҙгә битараф булмағыҙ, беҙҙең журналды уҡығыҙ. Рәхмәт. Большое спасибо нашим гостям. А сейчас у нас в нашей душе, пусть наша душа наполнится еще башкирскими мелодиями, да, национальными, народными. Вот, и я сейчас сюда приглашаю с башкирским народным танцем Мадилинга. Ярай, әле йырҙар туған,
бұл дүнияға ем беріп, дәртлі-дәрді дәртлендіріп, ғамхыздарға ғам беріп, бәрхәт мұңлы, ебәк тілі, халқыбыз байырсыға, алдыбызға күндей балқып, инді бір ерсісіға. Қарағаттай қара көздер, еріндер бішкен сие, қалған яғын ері хүйлер, ерласы бір шәмсие. Назваю заслуженного работника культуры Республики Башкортостан, педагога и лицо. Отписали работник культуры. Ульюк тыгес, башта ышанманым. Унан апты яшим, ахтарым. Туған яқтарымдың мұң құрайы қайғылайда ерте сатланым. Күтмегенде неге кетіп бардың? Қыштар кетті, ядар, яйдер бар. Ядылағы көп ме шығырдар бар, ерланағы көп ме ердар бар. Ихлас инің іште тұрмыштала, ихлас инің ердар-ерларға. Аптандарың неге ерте үнді, шундай бай инің мұндарға. Тыныс йоқлады ұтқай, ерте кеттің, тек юлдарың бұшқа кетмәні, индәріңе түшкен ауыр йөкті, һәр сақ намыт менен үтәнің. Хәзір ұшы ерланаса кейін, залда отырған тамашасылар есімінен, тәмүлдімдің есімінен, Рәміге музыка сәлем болып, аның рухын шатландырын деген өміне. Мен бек толқынланым. Юламасың қолдарым ұлағым, ұнаттың қарлем дейінде. Яшлеген таңдарын уятты. Мен бұл вақытта Башқұрт дәулет филармонияһында эшләйенем. Һәм шундайын матур, Башқұртстанда матур йыла була торғайны. Шағирҙар менән осрашып, шиғыр һәм йыр кисәләрен үткәрәлә торғайны. Бына шул вақытта
Рәмей Гарипов, Аңғам Атнабаев, Яқуб Қолмай, Рауэль Нигматуллин, Месәр Басыров, Рафаэль Сафин, ну, әлбіттә Мұстай Кәрімнәр, Назар Нәжмей. Шунды ул бізді яқшы йылы итеп қаршылай тұрғайнылар, сәскәләргә күмә тұрғайнылар. Бына шул вакытта бер Нуриман районына барғанса, минем күңелемдә юйылмаҡлыҡ булып, уйылып ҡалған. Ул вакытта мындағы хәҙерге автобуслар, машиналар юҡ инде. Беҙгә тройкалар егеп, аңа теге колоколлар ҡуйып, паттамалар белән беҙҙе шул хәтле ҡаршылай торғайнылар. Шул тиклем итеп беҙҙе йылы итеп ҡабул итә торғайнылар. Бына шул вакытлар хәҙер инде, бына шул вакытта Рәмей Гарипов белән инде осрашып, ул Совет Башкортостаны газетаһында эшләй ине. Шунан һуң шул вакытта, бына әле лә күҙ алдымда уның шул хәтле матур ҡап-ҡара бөҙрә сәстәре, шунан һуң тоноҡ ҡына баҫалҡалы тауышы әле лә минең ҡолағымда ишетелгән һымаҡ булып тора инде. Бына шунда, шул осрашыуҙарҙың береһендә Рәми миңә үҙенең «Һабан турғайҙы, һабан турғай йырҙары» тигән китабын бүләк итте. Бында уның инде автограф белән, әлбиттә, Шәмсиәгә «Һәр саҡ булһын ҡояш моңоңа баш ийеп» 65-нсе йылда. Вот, шунан һуң хәҙер Рәмейҙең, бына әле Әлфия ханым әйтеп киткәндәй, ит киткесһеҙ туған моңдар, иҙерткес тә һеҙ йырҙар. Йыр моң юҡта ай йондоҙҙар, ҡайҙан еткерһен нурҙар. Бына ошо йырҙы, ошо шиғырҙы юлларын яҙған ваҡытта шағирҙың ҡолағында ниндәй моңдар яңғырағандыр, сыңлағандыр, аныһы тик шуныһы хаҡ. Ошо шиғырҙы телен, илен, халҡын үлеп яратҡан һәм уның яҙмышына битараф булмаған кеше генә яҙған. Әлбиттә, Рәмей Гариповтың шиғырына бик күп композиторҙар үҙҙәренең көйҙәрен яҙалар. Уларҙың иң беренсе шул хәтле беҙҙең атаҡлы композиторыбыҙ тип әйтәйем инде, Рафит Сальманов, шунан һуң Айрат Ҡыбағышев, Роза Сахауддинова, Абдулла Хәлфетдинов һәм башҡа бик күп композиторҙар аның шиғырына музыка яҙалар. Ә хәҙер мин һеҙгә Рафит Сальманов музыкаһы, Рәмей Гарипов шиғыры, «Минең йондоҙым» тигән йырын ишеттерәһем килә. Бармалы юл.
кис, бір йыры, кәкінік. Шынан ғуына әлі, мұна бұл күстім бік матур етіп сыңырау тұрланы, ұйнаны. Сыңырау тұрланы ерлаусы сәліскі бар мұнда? Келе? Ерді ялған бақытта, Рәмейдің ниндей толқынланып ялғандыр енді ол. Кәкук деп атала, аны Роза Сахауддинова яла музыкаған. Кәкук, кәкук, әйтсі мені, көп мәмені. Шиғыр яғдыуы, әлбетті шул хәтлі менің үрәгімдә бір бақыттанай ұйылмақлық әріп қалдырды. Шуның үсін қәдір барығыздың есімінден, барығызда мұсылмандарымында, аның енді ятқан ері еннәттә болып, шундайын рухы шат болып, ұжмақ ішіклерін асып күріп, ұжмақ түрлерін де ұтырыға насып болды деген. Изге тілектер білен қолай. Рахмет сізге. Дорогие гости, зор рахмет сізге, Шамси апа. Шухатлы матур жырлар, шухатлы матур естеліктер біз үшін. И вообще, вот смотрите, сегодня такая замечательная атмосфера, да, настолько все от души, настолько у нас все такое неофициальное.
И стихи, и песни, и воспоминания. Сколько вот мы о первой любви тоже поэта узнали, а вот об этом ведь нет в официальных источниках. И вот Шамсия потом тоже какие интересные вещи нам рассказала, воспоминания. А сейчас я хочу пригласить еще одних наших замечательных участников сегодняшнего вечера. Это наши прекрасные артисты. Они не так давно стали здесь появляться, но мы надеемся, что наша дружба, наше сотрудничество будет надолго и крепко, да? Это наши прекрасные артисты, дуэт великолепный Каримовых Луиза и Арсен Каримова. Арсен уже сегодня немножко на Кураеве поиграл, вы его видели. Пожалуйста. Это у нас артисты известные в Башкирии, да? Работали в Сибайской филармонии, правильно я говорю, да? Дайте, пожалуйста, вам слово. Всем добрый вечер. Очень приятно всех сегодня видеть. И огромная благодарность Анфепова, что она пригласила. И вот очень приятно видеть своих земляков из Уфы. Тоже немного волнуюсь и извините за шпаргалку. На стихи Рами Гарипова. Утеля ките яшли. Мы еще от себя хотим подарить пару песен.
от нас лично. И, конечно, светлая память этому прекрасному поэту и просто человеку, да, действительно, для нас молодых, для нашего поколения, то есть мы много о нем наслышаны и много чего узнали. Действительно, наверное, такие, как сказать, наверное, в наше время говорят, улетевшие, да? Ну, не в плохом смысле этого слова, а в хорошем. То есть он своего рода был какой-то вот и романтик, да, не от мира всего, поэтому, может быть, люди не так к нему относились, как, ну, вот как не представляли его, действительно, его взгляд на жизнь и вообще на мир. Поэтому чудесные стихи, и для себя, наверное, тоже отмечу, возьму книгу и прочитаю немного, вот, интересно. Ну, что-то случилось? Да. Никаких шахмет, шахмет, все закон, верно, платить. Бәхетем дөньяла бар бит, янып күйу бар бит, үділіп күйу бар бит, бар бит, хин бар. Хайрит,
рухуна теге. Мескаде шеру. Шутай предаю. Дере. Дерагин. Сообществами. Сегодня у нас в гостях член казахской автономии, представитель фонда Астана, Болховетин Роман Станиславович. Он наш друг, очень хороший, близкий друг, помощник нас, нам здорово всегда помогает, постоянно приходит на наши мероприятия. Мы ему очень благодарны, и сейчас я хочу предоставить ему слово. Представляю Совет автономии, казахской национальной культурной автономии города Москвы, вот, и председатель правления фонда развития дружбы народов Астана. Вот, мы когда-то, я начну издалека, то есть вообще мои предки, прадеды, они жили в Давлеканово, основатели города Давлеканово, вот, ну и в 27-м году, в силу там некоторых обстоятельств, как всегда, да, то есть вот у нас бывало там, ну вот уже репрессий еще не было, но уже начиналось, да, так предупредили, продали лошадей, и которые в свое время покупали у башкир, это были самые лучшие лошади, и дедушка мне всегда рассказывал про них, вот, и переехали в Алмату, там в землянке жили сначала, в ямах, потом, ну как все вот в то время, потом война, потом, ну и вот уже мои деды уже вот и родители уже родились в Алмате, я вот вырос уже в казахской культуре, да, то есть вот, в тюркской культуре, да, поэтому очень близко мне, я когда слышу татарские, башкирские песни, меня они глубоко трогают, у них необыкновенный звуковой ряд, я иногда тоже слышу их и в алтайских напевах, эти вот звуковые ряды, и непосредственно, конечно, очень красиво.
И ну, я вот не был знаком с творчеством Рами Гарипова, но вот, соответственно, получив приглашение, прочитал множество его стихов, прочитал его историю. Ну, здесь вот часто вот уже несколько раз вопрос прозвучал, а от чего у него было, почему он сердце вот разрыв был, да, то есть от чего он умер. Я думаю, знаете, такое время было, это вот военные годы, что кто знает, где он посадил это сердце, на лесоповале или там, работая на своих братьев и сестер, там что-нибудь таскал там, да, вот, плюс к тому там простуды, плюс к тому, кто там смотрел за ними, да, то есть вот. И в этом плане там, ну, плюс, конечно, это может нервная какая-то обстановка, там может быть уже последние годы некоторая такая чуть-чуть травля, обиды, да, то есть вот. Но он, вот знаете, он такой мелькнул красиво на небосводе. Вот я недавно, мне вот сейчас Музей народов Востока прислал свой проект. Они начали распространять по школам карту России, которая составлена в виде пазлов. Вот национальных республик, и вот ребенок, чтобы научился, вот он начинает вот эту красивую карту складывать в виде пазла, и тем самым запоминает, вот где какие народы живут, где какая республика, да, вот. А мне, ну, это вот, знаете, чуть-чуть для, может, 3-4 класса, немного детское восприятие, а мне вот, допустим, творчество вот Рами Гарипова, оно напоминает о том, что каждая наша земля, каждый вот народ, он вот подобен, знаете, как вот такой многоцветный, красивый, необыкновенный ковер со своими узорами, цветами, какими-то мифическими существами, со своими символами, языком, да, вот они вот как, вот он, вот весь народ его постепенно вот своими вот разноцветными нитями вот ткет, и вот получается необыкновенный такой узор. И вот Рами Гарипов, он сумел своей золотой нитью, вот свой вот след вот в этом ковре, многоцветном, да, свой необыкновенный вот этот цветок оставить вот в творчестве башкирского народа. Вот. Когда я знакомился с его творчеством, я увидел, что вот он умер молодым, но вот в возрасте 45 лет он уже потянулся к восточной поэзии, он недаром уехал в Ташкент пытаться изучать вот на узбекском языке литературу, потому что он увидел в литературе Востока такой, знаете, может быть, еще более такой для себя горизонт, что ли, да, более широкий, да, именно литература вообще всего Востока, вообще тюркской литературы, литературы фарси и так далее. Вот то, что писали там в свое время Фердоуси, Низами там, и так далее, он уже начал знакомиться с этой литературой. Если бы он прожил больше, я думаю, мы бы увидели другие шедевры, да, вот его творчество. Вот я хочу сказать, вот в свое время такая притча про Фердоуси ходит, когда Фердоуси своей маленькой дочке говорит, дочка говорит, а что ты, папа, все время пишешь? А он пишет, я пишу сейчас вот такие стихи, такие слова, которые позволят тебе вот потом, вот, чтобы у тебя было золото, жемчуг, там, еда на столе всякая. Потом она вырастает и говорит, пап, а ты до сих пор еще что пишешь? Он говорит, я еще пишу вот эти стихи, которые обеспечат тебе счастье. Она говорит, ну мне уже замуж пора, да? Он говорит, ничего, ничего, я пишу. И вот она уже обижается на папу, что она вот еще, у нее нету богатого приданого, но она уже выходит замуж, но в это время папа Фердоуси умирает, и в одни ворота выносят его тело, весь город за ним идет, а в другие ворота въезжает караван бессмертия, почета с караван, груженный серебром, золотом и жемчугами от различных шахов в честь вот этого Фердоуси. То есть вот Рами Гарипов, он, видимо, тоже прошел по этой дороге, вот он караван своего бессмертия, вот он не увидел, но мы его видим, потому что его сейчас, уже сейчас вот как бы творчество его признано. Вот. И хочу несколько слов еще вот из другого восточного поэта зачитать, вот несколько буквально строчек, это Низами из Гинжи, вот Низами, у него жена была тоже тюрчанка, да, то есть поэтому он тоже был близок к тюркской культуре, и вот Рами Гарипов, он вот этим своим словом, именно золотоцветным словом, вписал свой узор башкирской культуры. Вот. И вот это слово на родном языке, оно как раз и есть вот то важное, что сохраняет язык, что
сохранять культуру народа, его в дальнейшем как-то усиливает, начиная там от эпосов там, Урал-Батыр и других, которые, а он как бы продолжает, он может быть в лирическом варианте, но он продолжает это. Вот роль о превосходстве слова. У восточных поэтов было принято, как правило, сначала они описывали или Коран, или славили Аллаха, или, может быть, вот наставления мудрецов какие-то начинали обычно поэмы с этого. Речь о превосходстве слова. В час, как начал над звездной свои начертания Калам, с первой буквы о слове он начал рассказывать нам. В час, как с тайны предвечной упали тумана покровы, стало первым явлением сияние великого слова. Слово в сердце проникло, к неведомой жизни спеша, в глину вольное тело вместить пожелала душа. И небесный Калам золотые сплетая узоры, мудрым словом раскрыл мировому познанию взоры. В том саду, над которым предвечные звезды повисли, что острее, чем слово, толкующих тонкие мысли? Ведай, слово начало, и ведай, что слово конец. Многомудрое слово всегда почитает мудрец. Вот, я просто, ну, не буду все как бы читать, я просто говорю о том, что вот именно слова Арми Гарипова, они вот прозвучали, вот я вот прочитал его, например, стихотворение «Жаворонок», да, то есть он, где он сравнивает жаворонка с такой короткой, красивой песней весенней, которая в синем небе прозвучала, и вот трель, да, и вот, вот это слово, которое написал Арми Гарипов, оно также прозвучало, как песня «Жаворонка» в весеннем небе оставила свой след. Спасибо. Представителю. Огромное спасибо. Он показал, он владеет материалом больше, чем я. Поэтому я буду говорить на русском. Если что, волнуйся тоже. Сейчас я все-таки одену. Рами. А, моя фамилия Гариб, но я родственник. Я знаю, что такой был, но горжусь, что он такой был. Прожив 45 лет, не совсем была удачная жизнь. Это, извините, ребята, как сказать, нормальная была жизнь предсмотрящих ребят того времени. В 60-м году вы решили, прогнали Союз писателей, представляете, это ярмо, как говорится, потом, ну, лишали, все проще, это, как сказать, иначе бы, может, он даже не писал. Потому что вот так разозлили, он это дал продукт как таковой, какой есть. Огромное спасибо. Потом, удивительно, в 88 году ему народный поэт, представляете, 77-88, и в каком 83-78 ему Салават Юлаев, премия, это же народ-то. И потом говорят, район некоторых народ собирается, то он ТЛТБ, поют его песни коллективные. Но жизнь была, ну, смысл говорить, что я с 35-го года на 3 года старше. То, что физически это досталось, хорошо, сейчас сегодня шел, женщина помог, я говорю, помог бы поднять больше, но те участки тела, азадар, которые пересилены, они, когда поднимаешь, они болят, они дают до сих пор знать. Но я долго сам говорить не буду. Я сегодня открыл интернет, эти дни не работал, нашел один стих, маленький, хулиганский, но я рад, что он имел молодости в любовь настоящую, в Марьям. Это не всем мужчинам, не всем женщинам дано иметь в жизни именно беспредельно любимого человека. Он в этом отношении был счастлив. Вот. И потом, когда в посольстве встретились, ну, говорит там русская женщина, а как он вроде сидя, самый приговоренный к смерти, он мог написать такие стихи. Потом, уважаемые наши отцы, считали, делай праведное дело, они перед смертью, потом все прокручиваешь. Она брали меня за ним, мы сажали, это же никуда не деться, это как раз светлые минуты проявляются. Вот такая картина. И удивительно похоже, я тоже хотел поступить в летное училище, в Казань приехал, в 1953 году. Пролежал там 2 недели, колобок покормил, но не получилось. Но я до сих пор летаю. Во сне, когда не прыгаю мышцы, я летаю в горизонтальном положении. Так что мечта летать, это никого не отнимешь. Потом, ну, отношения, вот даже среди здесь есть такие женщины, иногда сидишь, мужик есть, мужики, думаю, какая фигура, все одевает, там, это, ну, как золото, все прочее. Самое лучшее, это женское тело в любом
Я недавно пишу, это на любом состоянии, с любой точки женское тело красивее, природы такого нет. Поэтому прятать силы не надо. Потом язычество вам пишет, под женских тел идет сияние. Волна ложится к их ногам, она на пляже сидит. От их недвижных изваяний все побережье, словно храм. Представляете? Темнота, я в Крыму ни разу не был, в этом году поеду. Как древний грек в глуши былого, не отвожу я глаз своих, должно быть, враг всего живого, одежду выдумал для них. Была бы вера, словно ветер, не воротил бы годы те, и поклонился бы на свете великой этой красоте, я бы написал «великий» это наготе, но он все-таки исправлю. И вот здесь, товарищи, я хочу сказать, сегодня с Арсеном говорили, я чуть-чуть, мадам, Флорид Буляков. У него было полно произведений, 20 театров России поставили спектакли только в Оренбурге, мы поставили в Томске. Я вас прошу, берите на Флорид Буляков, на башкирском, на русском, мы не можем достать его пьесы. Но Алима Ханом, не надо баловаться, что за провокация? Нет, она провоцирует. Нехорошо. Я вас удалю из зала, если такое поведение. Мы с вами вместе уйдем. Наш еще. Нет, так, нет, она. Смотрите, к чему мы ставили, перевели с русского на башкирский, башкирский на татарский, ставили спектакль. Я с Арсеном говорил. Так, минуточку, ребят, не шуточно говорю. Давайте, есть возможность. Я очень близок сейчас, после исполнения такой песни, Хазлар. Я преподавать не люблю, когда, извините, я говорю сокровенные мысли, я волнуюсь. Я очень близок к руководителю татарского культурного центра Фарид Фарисов. Он говорит, вы вот эту песню, я сдавала, кто сдавала, ты как бы не напой, я там аранжировку сделаю, мы будем вместе петь. И потом, сейчас я на днях ездил в Казань, мы там поговорил, есть возможность вот театральный, как не только театральный концертный коллектив молодежи. Фарид Фарисов, можно предложить ему, давай будешь режиссером, ставить фильмы. И потом я просил всех наций, независимо, Крым из татар, я с ним вел разговор, Машкири вел разговор, у них готовые артисты есть и татарские. Потом еще мы ставили спектакль, пришли играть в этих спектаклях это те, которые смешаны к браку. Отец татарин, мама еврейка, это мы ребенка охота преодолеть. Понимаете, у них такое, ну, стремление иметь язык. И когда к моменту окончания спектакля, они 300, 500, 600 слов, они знают, они идут с таким удовольствием. Это вот к чему говорю, когда как портфеля соберем, потенциально вот такой говорим, такой и такой. Я казахский, допустим, потом, ребят, смотрите, один говорит на бишарском, другой на башкире, мы такие. Собираемся, играем друг друга, потому что не у казахов. Есть у вас школа? У нас у татар нет школы. Башкир школы нет. Это стыд, позор, понимаете, это исторический вот такой кошмар. Поэтому спектакль, продолжение театра. Тут я приглашаю в этот театр только педагогов, знающих, владеешь данным языком, пусть казахским, пусть татарским, пусть русским, так сказать, совершенствовать, чтобы продолжить обучение вот этому родному делу. И потом стих вот это, понимаете, если прочитать на русском, на башкирском, вообще, наверное, бесподобно. И вот такая картина. Огромное спасибо. А какую песню? Это «Я забула, ты забула, сувасара». Я поеду.
Георгий Татар поет. Вступление. Понятно? Куплет идет минуты четыре. Минуты четыре. Пел Кемеров, пел Казани. В Казани говорят, Мескавида Шакиров там, да и бед зарглавши обзы баритянный там Шакиров. 29 пел со силы театра кукол. Мы там Шакиров неповторимый, он больной, мой ровесник. Я говорю, я пою своим голосом. Вот такое. Одну песню, когда спел, никаких переводчиков не надо. Ребят, давайте используем момент, собираем люди. А, это будет, наверное, располагаться в доме Садулаев, там есть, там должно быть тесно. И потом никого не спрашивают, идем, сейчас фамилия не пишется. Потом, смотрите, может, молодежные, только если вот казахи приходят, пусть со своими спектаклями исполнители. Если не хватает, так сказать, киргизы, это можно размножаться. И после этих событий, если вот это событие, я говорю, ребята, берете на ксероксы, слушаете за все роли. Потом, когда содержание спектакля, вы знаете, может сыграть за всех. Я, не анекдот, в 1954 году, Бавлинский район, около Октябрьска, через дымку идем, штаны задрав, подолы на лошадях, на фестиваль народных этих театров. В Вальябану. У меня роль была или не знаю, я заходил и пою за сына. Да, товарищ, как говорит у нас татары, башкири, да? На завтра выйти, главный герой моего товарища понос. Ничего удивительного нет, учился в аспирантуре, Николай Николаевич Алешин, совет из Новокузнецка. Раза два выходил, ценейский на защиту и расстройство желудка, это нервно-психическое состояние. И я, деревенский парень, вышел технику, тогда, по-моему, уже первый курс, я без единой репетиции сыграл за Халиля, и потом говорят, я злоупотребляю, а поем, ты хорошо поешь, можешь вроде, ну это Халиль Вальявана. Мы там могу, я шлик дим-дим. Ну хорошо, вроде хорошо поешь. А жюри кто там не знает, ну как деревенские. А на русском можешь, я говорю, могу. Тогда главное, дышать тишина, подмосковные вечера, девчонка там, студенты плакали даже. Потом, ребята, извините, я зачем буду лезть с татарским акцентом? Чуваш, татарин, а русский, пусть поют на своих. Я потом отцы, родители говорят, сын, жизнь артиста, жизнь собачья, никуда не надо. Таким путем души осталось. Первый раз вышел на сцену в 44 году с первым театром. Вопрос есть? Но для этого надо 50 грамм. Рассказывай, ребята. Нет, тихо-тихо. Рассказываю. Есть Фатех Сибгатуллин, депутат Госдумы. Если когда надо, я свой парень, он у меня. Он пришел, вместе трех, я прихожу, приезжаю, пушка 5. Уже презентация книг выкончается. Афия, сейчас я, мой друг, я последний раз, я же уже почти старый. Но почему нет? Ага, я пришел попозже, они говорят, пойдем ты в фуршет. Потом я говорю, извините, депутат, но по рассказам все они, как называются? Карурман. Нет, как называется? Мафия. Ага. Мафия, Карурман. Нет, тихо. Галина, я сейчас удалю за провокацию, за второе.